Привет, я Ася, и сейчас будем смотреть новый официальный трейлер по Stalker 2 Heart of Chernobyl. У меня на канале есть реакции на предыдущие трейлеры, если интересно, можете поискать. Мне очень-очень интересно, поэтому побыстрее поехали. Не забывайте про лайк и подписку, если все понравится. Ask me about my good luck charm. Remember? It's an empty shell. Decided to play soldier with me. О, какая музыка, какая атмосфера, просто до мурашек. Dmitri and I were just discussing a certain puzzle we found in the zone, but we can't quite seem to get all the pieces to fit. Maybe you can figure it out. Мне так нравится, как прорисованы персонажи. То есть они настолько будто бы из реальной жизни. О, и это, от этого еще как-то более жутко, что ли. Reminded me that we used to be puppets. I took just one awkward step, and my whole world plunged into darkness. I'm sorry, Strider. О. That was the day the psi fields were turned off. Suddenly, the voice of Monolith was gone. Я так понимаю, это уже геймплей показывается, но выглядит это все просто сверхэпично. I felt as if I was awakening from a years-long coma. And through the scope, I saw the body of an unknown soldier fall. We had a simple choice. Sit back and just wait for another super emission, or take a chance and get control of the anomalous energy. Only I didn't choose that path. Unlike you. Ну, это прям очень сильно заинтриговывает, цепляет одновременно и жутко, и интересно. И как-то это все так прям пронизывает. Наконец-то, Stalker 2 выходит уже в 2024 году, уже подождать осталось совсем немного, причем, я так понимаю, он выходит сразу и на консоли, и на ПК, и это замечательно. Я очень жду, по поводу сюжетки не берусь гадать, но геймплей настолько эпичный, что я даже боюсь в нем как-то потом потеряться. Я не знаю, сколько часов уйдет на прохождение. Да и в принципе, мне кажется, что у всех это будет самая ожидаемая новинка в 2024 году. Я не знаю, что сможет переплюнуть Сталкера 2. Мне кажется, ничего. Вы напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего, чего именно вы ждете. А мы встретимся в следующем видео. Пока-пока!